в нашей очень уютной студии в замечательном городе Ришон-Лицион в Израиле. Более того, открою вам секрет, мы находимся в замечательном доме интереснейшего человека, профессора Тель-Авивского университета Хайма Шапира. Я приветствую вас, Хайм. Добрый день. Я должен сказать, что то, как я познакомился с Хаймом, это в каком-то смысле детективный роман. О, напишите когда-нибудь. Я обожаю музыку. И слушаю иногда Альфреда Шнитке. И вот вдруг неожиданно я увидел потрясающего музыканта, который играет на фортепиано Альфреда Шнитке. И имя его Хаим Шапиро. Я удивился, кто такой Хаим Шапиро, который с таким чувством интерпретирует эту замечательную музыку. И когда я открыл Google, то я увидел, что есть какой-то непонятно, как казалось бы, не имеющий никакого отношения к музыканту, профессор Тель-Авивского университета, математик, специалист по теории игр, книга которого считается лучшей книгой в мире по теории игр. Gladiators, Pirates and Games of Trust. Так она называется по-английски. И это... У меня очень серьезный акцент на английском. И это потрясающая книга, считается лучшей книгой, самой популярной книгой в области теории игр. Человек, который одновременно с этим является философом, и написал книгу о счастье, которая называется «Счастье и другие незначительные вещи абсолютной важности». И эта книга издана, странное имя, правда? И эта книга издана не только на иврите, и по-английски, она даже издана по-русски. Она, да, и по-русски, она в 47 странах, по-моему, сегодня находится. Даже странно, что я не знал, что есть такие. И когда я начал немножко больше интересоваться, что же это за человек Хаим Шапиро, то оказалось... Что он говорит по-русски, он приехал... Но со смешным акцентом. Он приехал из города Вильнюса. Да, в 77-м году я вам должен рассказать, как я приехал. Пожалуйста. Это очень интересно. Пожалуйста. Мой самолет прилетел в Израиль, Бен-Гурион, аэропорт. У меня есть сейчас Мевасер-Цион, там ульпан для Олим Хадашим. Я еду всю дорогу, цветы, плакаты, уйма людей. Я приехал в тот же день с Ануар Садатом. Он приехал делать мир, я приехал просто в Израиль, но я ничего не знал. Теперь мне было 14 лет, и как маленький мальчик, что не особо разбирается в вещах, я был уверен вначале, что все цветы и все плакаты и все люди так меня принимают в Израиле. Только потом я был очень разочарован, я понял, что все это было для Садата, а не для меня. Я должен вас очаровать. Да, как да. Американцы говорят, perception is reality. Да. Потому, да, я согласен. Потому да. что то, как вы воспринимали, так это и есть, оно да. так и есть. Так и на самом есть, деле да. в исторической перспективе ваш приезд в Израиль гораздо более важный. Гораздо более конечно, важный. Конечно, да. Но сегодня меня не принимают, куда я не еду, ни цветов, ни плакатов, я ничего нет. Я обещаю вам да. цветы и плакаты в Нью-Йорке. В следующий раз. Когда хорошо, вы приедете в следующий раз. Да. Я хотел бы познакомить наших радиослушателей с той мелодией, может быть, или одной из тех мелодий, которую я, сказал, случайно услышал, как вы ее играете, поэтому мы сидим в вашем да. доме у вашего фортепиано, и я прошу совершенно как бы неортодоксально, вдруг да. раз, сыграйте нам, пожалуйста. Нет. Это, кстати, все из головы, вы знаете. Я ноты не читаю, не понимаю, не знаю. Я всегда играю по-другому. То есть я сыграю еще раз, будет что-то другое. Это удивительно, потому что мы слышим, то есть вы на самом деле у вас
если открыть YouTube, то у вас там целые произведения. Да, и много классической. Много классической музыки. Я был абсолютно уверен, что вы музыкант, который закончил училище или консерваторию. Я вам должен рассказать секрет. Один день на Facebook я получаю месседж, что хотят купить мою музыку на голливудский фильм. John Wick Chapter 2 с Киану Ривз. Теперь я был уверен, что меня кто-то разыгрывает. Так он написал, что он хочет купить два произведения, и я ему пишу. Я думал, это какой-то мой друг смеется надо мной. Я говорю, зачем два? Купи 10, 20, купи все. Он мне вдруг слет, я смотрю, что это кто-то серьезный, что он хочет только два. Это был продюсер Мадонны, что работает в Голливуде на фильмах. Теперь почему ему понравилась моя музыка? Он говорит, твои аранжировки ни на что не похожи. Конечно, не похожи, я не читаю нот. То есть это ни на что и не может быть похож. Но он по сей день не знает, я надеюсь, что он по-русски не говорит, он не слышит это радиопрограммы. Он по сей день уверен, что я напишу какие-то аранжировки, что ему очень понравились. И так моя музыка попала в John Wick Chapter 2. Она тогда попала? Какая мелодия? Покажите. Это классическая какая-то. Покажите. Я даже не помню, а что-то такое. Это две классические, это одна из них, там есть еще вторая. Это, скажем, что я сейчас играл, это произведение для трубы и оркестра. Но так как я не читаю нот, то какая разница, это для трубы или для пианино. Это композитор, что, по-моему, его никто не знает. Это Йоахим Мольтер. Он просто жил вместе с Бахом. Нехорошо жить вместе с Бахом, потому то есть все что... знают только Баха, кто да. знает его. Так это композитор, что он абсолютно неизвестный, а вот я его привез так в Голливуд, я ему сделал просто этому произведению переложение на пианино. Но это чудо. Возвращаясь на секундочку к вам, вы приехали, вам было 14 лет, вы были в Мавасера Цион, Меркас Клита, как многие из моих друзей, и после этого пошли, наверное, в школу. И да, я в школу пошел сразу в 12 класс. Я окончил школу раньше, потому что я был хорошим математиком. Да, но я был тут ученик очень плохой, потому что я не знал иврита, но начальник школы, он был математик. И когда он со мной поговорил про математику, он меня сразу послал меня в 12 класс. Поэтому я окончил школу рано. И вы пошли сразу в армию или туда? Ну, сразу в армию. 2 года у меня между школой, из-за того, что я окончил рано, было 2 года. Отпуск, я пошел на 2 года на море. В университет или нет? Нет. Даже нет. Ну, отдыхал два года. Это хорошо перед армией отдохнуть. Я как будто знал, что на мою армию выйдет еще война. Моя армия, это была Ливан. Да, откуда вы знаете? Ну, вы знаете, да? Конечно. Я был 1.5 года в Бейруте на Ливанской войне, а вот после армии скажите, я пошел сразу в университет. Ваше самое, так сказать, яркое, если хотите, впечатление, которым запомнилось о войне в Ливане? А я вам скажу, я сегодня это вижу по-другому. Сегодня я не верю, что я там был. Почему? Когда тебе 18 лет, 19, ты ничего не боишься. То есть люди около тебя погибают, в тебя стреляют. И мне как-то было понятно, что ко мне это никакого отношения не имеет. Сегодня, если я бы попал, я бы умер от страха. То есть сегодня, когда я думаю про эти вещи, это говорит, что человек, наверное, стал немного старше. Ты вдруг понимаешь, слушай, они тебя могут убить. И тогда этого просто не понимал. И мое впечатление, я говорю, как прекрасно быть молодым. То есть ты очень глупый, а валь глупый в такую, в хорошую сторону. То есть тебе ясно, ничего не случится с тобой. Сегодня я уже это не вижу. Если так, не ошибаюсь, да. Одной из ваших лекций, которую я уже слушал, вы говорили, что, казалось бы, в области теории игр, принятия решений, чем больше информации и чем больше, как бы, интеллекта, то лучше. Но на самом деле... А иногда хуже, скажем, в Экклесиасте, в книге Экклесиасте в Библии написано на иврите, это так. Рав Хохма Рав Каас, ве Йосиф Дат, Йосиф Махов. Давайте перейдем вместе на русский. Чем больше ты знаешь, тем больше ты сердишься, и кто чересчур много знает, чересчур много огорчений. То есть не всегда знать вещи это так уж и хорошо. Я, кстати, хочу сказать, что вы написали книгу о
Экклезиасте, вот она прям перед нами. Да. И несмотря на то, что... Это на иврите есть, на английском тоже. И на английском тоже. Но я, тем не менее, хочу сказать, что, конечно, когда Экклезиаст говорил о царе Соломоне... Что, знаете, мы верим, что это царь Соломон. Конечно, да. Когда он говорил о том, что увеличивая мудрость, увеличивает боль, он, очевидно, имел в виду человека, который полагается на свою ограниченную мудрость. Да, и думаешь, да, что я, кстати, про это знаю, написал. Да, но да, если он полагается на мудрость, на высшую, то есть знать, что я ученик, так же как Вильнский Гаон, который, потомком которого вы являетесь, правильно, открывая секрет. Выше. Я этого, кстати, тоже не знал. Когда умер мой папа, зихроноли браха, то только тогда я вдруг обнаружил, что я потомок Виленского Гаона. Я этого, кстати, не знал. Сейчас есть причина вернуться в Вильнюс и посмотреть, что там делается. С удовольствием бы вместе с вами вернулись и привезли бы наших, так сказать, учеников русскоязычных евреев из Америки на поездку в Вильнюс. Но Виленский Гаон задал вопрос, почему вдруг самого такого настоящего мудреца мы называем словом Талмид Хахам? Талмид Хахам, что это Талмид Хахам? Это мудрый ученик. Почему? На иврите есть очень много вещей. Во-первых, на иврите понимают так. Если ты понимаешь, что тебе надо учиться, то есть ты ученик, то ты уже немного умный. Потому что самые глупые люди – это какие люди, что они уже все знают. Вы знаете, кто это им сказал? Все понятно. Кто это сказал? Кто это сказал? Вильнский Гаон. Вильнский Гаон, да. Прямо да, это да, и сказал. Да. Я думал, кто-то в Америке сказал. Это именно сказал Вильнский. Конечно, да. Это наш комментарий, что человек… Но это и так понятно. Мир настолько удивителен. Я говорю, даже подумайте, жираф говорят по-русски, как называется этот? Жираф. Я слова по-русски я уже не помню. Жираф. Как люди не впадают, я знаю, в обморок, когда они его видят. Он гораздо интереснее, чем дракон. Мне не нужен дракон, не надо. Да, дракон по-русски говорят, да, я уже не помню. Я просто, мне не с кем говорить по-русски, так мой русский не особо хорош, но я много читаю. Так люди все, что нету, знаете, драконы и все такие вещи, это их удивляет. А вот жираф, он есть! Это должно удивлять еще больше. Не надо даже жирафа. Есть такая рыба, как называется, конек, горбунок, что у нее пропеллер такой на спине. Да. Откуда все эти вещи пришли? Как это все делается? Я говорю, все звезды в небе. Вау! Это потрясающе! Но как мы люди, все, что мы видим, привыкаем. Нас менее привыкаем. Меня не удивляет. Я всегда говорю, давайте, скажем, возьмем этот подсвечник, и если я его оставлю, он упадет. Это никого не удивляет. Но я вам расскажу секрет. Только профессора физики его знают. Что никто в мире не знает, почему он упадет. Абсолютно. Абсолютно. Включая Альберта Эйнштейна, который посвятил жизнь и так и не открыл. Мы рассказываем ученикам школы, что это, я знаю, гравитация, разные глупости. Да. И никто не знает, почему как это поле гравитационное. Но мы к этому привыкли, поэтому мы в этом чуда никакого не видим. А вот скажем, если я бы это оставил, сейчас это бы начало писать круги, мы бы удивились, почему? Потому что такого мы не видели. Это так жалко, то есть человек, он может удивляться только вещам, что они необыкновенные. А вот все, что с нами случается, это необыкновенно. Я, по-моему, слышал ваш рассказ о том, что вы чудом избежали во время Ливана. Что-то случилось, вы не попали, по-моему, в машину с вашими друзьями. Да, произошло. Просто я должен был вернуться в Ливан, сдать все мои вещи, знаете, винтовку, ботинки, шубу, все вещи сдать. И какой-то товарищ мне позвонил, что я ему обязан жизнью, говорит, слушай, не приезжай, я сдам все твои вещи. Он говорит, 10 минут я пойду вместо тебя, я скажу, что я Хаим Шапира, сдам твои вещи, и все. И я не поехал. И в машине, что я должен был быть ехать, в нее попал снаряд, и все погибли туда-сюда. То есть мы с вами говорим абсолютно чудо. Случайно. Вот оно, да. А, кстати, 2 года тому назад в меня въехал грузовик 160 км в час. Тоже не знаю, где? Почему. В Израиле. Я просто ехал по дороге, ничего не делал. Сзади въехал огромный грузовик, что он ехал на 160. От моей машины не осталось ничего. Я даже не поцарапался. Говорят, фу-фу, я знаю, что это не помогает, но говорят, и тот, кто в это не верит, им тоже помогает. Да, знаете, так... Замечательно. В жизни разные странные вещи случаются. Значит, вы нам нужны. Вы знаете, удивительный тоже момент. Я помню, что вы рассказывали, что когда вы начали искать работу после окончания университета, то решили играть на фортепиано. Да я не знал, что я умею, я ничего не умею. Я, кстати, не помню, что я умею играть на фортепиано тоже. Но надо было мне найти работу. Я не выходец из какой-то богатой фамилии. Мне надо работать было, чтобы было что кушать и где спать.
Так я вспомнил, что я умею играть немного на пианино. Так я пошел по всем гостиницам искать работу. Три гостиницы меня хотели. Дипломат, Илтон и Карлтон. Карлтон и Илтон есть и по сегодняшний день. Дипломата нету, я не знаю почему. В Илтоне это самое престижное. Карлтон мне предложили больше всего денег. Я почему-то решил пойти в дипломат. В первую же минуту, что я начал играть, я даже помню, что я играл. Я именно это хотел услышать. Я вам слышу первую строчку, и тогда вам скажу, что произошло. Я начал играть так. Тут, на этой ноте, подходит ко мне официантка. Она говорит, слушай, ты играешь так красиво. Мы с ней вместе 35 лет после этого. Это моя жена. Мы 35 лет, она проработала официанткой, как все студенты мы в Израиле работаем. Я не знаю, когда в Штатах. Большинство из нас мы подрабатываем. Теперь, что меня очень волнует, если я бы пошел в другую гостиницу играть, с кем бы была моя жена сегодня? Такая бедная была бы, я не знаю. То есть не со мной, была бы с каким-то дураком, наверное. Я не знаю. А как в жизни все случайно или может нет? Или может нет, мы не знаем, что случайно, что не случайно. Я по сей день не понимаю. В дипломат мне не надо было идти. Ни зарплата не была хорошей там, ни престиж. Не знаю почему. Вот пошел туда и там нашел женщину, что я с ней 35 лет мы вместе. И у вас есть дети? Да, две дочки. Одна психолога, вторая учится на психолога. Они, наверное, понимают, что у папы будут проблемы в районе, знаете. Так они оба мне хотят помогать. Скажите, а почему вы пошли заниматься математикой? А это моя большая любовь. И всю жизнь. Я очень люблю математику. И сегодня тоже. Я этим уже не особо занимаюсь. Я больше даю лекции сегодня. Но я очень люблю математику. Мне было ясно, что я должен идти учить математику. Все смеялись надо мной. Сказали, что ты с ней будешь делать. Тут нету ни зарплаты, ничего. И я не знал почему. Сказал, что я пойду учить математику. Вещи, что я очень-очень люблю, это литература, музыка и математика. Как вы объединяете их? Литература и музыка. Дома вы были у меня в кабинете, видели у меня там тысячи книг, я даже не знаю сколько, часть из них вообще не дома, часть на третьем этаже, на четвертом этаже, очень-очень много книг. Мы народ книги? Народ книги, да что делать, я очень люблю читать. И музыка, нету дня, что я не играю минимум час. Это мои наркотики, я не курю, не пью. Вообще такой примерный, я еще получу медаль, наверное, за это. Ничего, мои наркотики это фортепиано, я просто сажусь, играю, не могу без этого. А математика я всегда люблю решать. Почему вещи, теория игр? У нас остается буквально минутка. Почему теория игр? Потому что теория игр это вместе там есть математика и психология. И мне так понравилось, что это не просто математика абстрактная, а как принимать решения в жизни. Про это теория игр. И то, что там есть и математика, и психология, мне это так понравилось, я решил, это то, что я хочу заниматься. У нас остается все-таки еще одна минутка. Представьте себе, мы хотим послать все-таки музыкальный привет нашим русскоязычным евреям. Я знаю, что. Что мы хотим им сыграть? Да, вот. И вот у нас все-таки еще остается еще полминуты. Да. Если мы хотим дать совет людям относительно принятия решений, как вы знаете, каждый из нас должен научиться преодолевать сомнения. У нас, скажем, мы сомневаемся в себе, сомневаемся в ситуации, зачастую вообще не принимаем никаких решений. Один совет на прощание нашим радиослушателям, который может помочь им в принятии решений. Я вам скажу, что немецкий философ Артур Шопенгауэр рассказал, что мы понимаем, насколько счастливы мы были, всегда, когда что-то пропадает. То есть, когда человек вдруг не может что-то делать, не может пойти, человек, что он любил, уже не с ним, тогда ты говоришь, вау, какой счастливый я был когда-то. Так мой совет, понимать, насколько мы счастливы в то время, когда вещи происходят, не надо, чтобы они пропали. Потому что, в принципе, большинство из нас нам очень хорошо. Я хочу благодарить вас, и вы научили нас по большому счету, что такое быть иудеем. Потому иудей, что да. Быть евреем, да. Это слово «леодот». 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 «Благодарный».
полностью благодарный точно, и, да. И умеющий ценить то, что есть. Да. Это сама суть того, как еврей должен начать свой день, верующий еврей, но я начинаю его так без быть верующим. Каждое утро надо встать и сказать «Моде они лефанеха». И не надо, кстати, быть верующим, чтобы это сказать. Это очень важная вещь в любом случае. Я хочу вас поблагодарить и надеюсь, что мы будем встречаться чаще в наших эфирах. Всего самого хорошего. С удовольствием.